Так, я проснулась, значит. А там луна. Один тапок, второй тапок, третий тапок, четвертый тапок. Луна, это что? Это что это вообще такое? Ой, куда? Это что такое? Привет, доброе утро. Ну, сейчас пойдем. Фу-фу-фу, не-не-не, не надо уточку мою трогать. Рядом с тапком лежит игрушка. Почему нельзя кусать игрушку? Так, Луна, не доставай игрушку. Я не хочу, она видишь, чтобы играть. Сейчас мы пойдем гулять. Так, это я не вовремя включила. Луна, гуляем мы, в общем. Вышли сегодня, правда, попозже, я чуть проспала. Ничего страшного. Пойдем. Вот так, Луна, ко мне. Молодец, держи. Идем гулять. Рядом. Молодец. Блин, мне вот обязательно каждую прогулку нужно что-нибудь забыть дома. В прошлый раз я забыла пакетики, чтобы убирать за ней. В этот раз я забыла перчатки, мои руки уже просто не выдерживают. А я гуляю с ней пока всего минут 10. О боже, а что там случилось? Что ли, кто-то под лед провалился, посмотрите. А, нет, они купаются. Боже, слава богу, все хорошо. Они в проруби купаются, посмотрите. О боже мой, у нас сейчас на улице, чтобы вы понимали, минус 17, а чувствуется как минус 21. У меня, я просто не понимаю, как они раздеваются вообще. Кто там? Что там? Зайка, что там? Что? Ой, запутались. Да, да, вот так, молодец. Пошли. Луна, побежали. Ого, слушай, так скользко, я даже с тобой не побегаю. Ну побежали, я бегу, как могу. Ай, блин, Луна. Вон там еще куча народу, посмотрите. А ты что ждешь? Пошли гулять. Вкусняшка идет. Да побежали. Побежали. Скользко, пипец. Это надо мне лыжи брать, и ты будешь меня вести. Да, Кучка? Мы уже дома все догуляли. Так вот, по поводу Карпат. Короче, изначально в эту поездку были какие-то, знаете, ну не то чтобы знаки, но такие намеки, как будто не нужно туда ехать. Были ситуации у меня и у Нины, которые как-то намекали на то, что лучше не поехать. У всех было какое-то плохое предчувствие, но я понимала, что все равно я в нее поеду, потому что я очень хотела в горы, я хотела покататься на сноуборде в этом году и вообще сменить обстановку, как-то развеяться, погулять. Вот, поэтому мы все-таки поехали. Ну и как-то с самого начала начались какие-то беды. Там первый день какая-то фигня случается, второй день. И они сначала были такие еще не очень значительные. И чем дальше к отъезду, тем хуже. На третий день нашего отдыха отравились Катя и Нина. Нет, даже на второй ночью. На второй в 12 ночи где-то отравилась Катя. А потом в 3 часа ночи Нина пошла тоже, ну вы понимаете. А я этого до жути боюсь, у меня с детства страх рвоты и страх, когда меня тошнит, мне очень сильно страшно. У меня прям начинают руки ходуном ходить, все колотиться внутри. Короче, я этого очень боюсь, и режим мы с Таней, мы не понимаем, нас тошнит, не тошнит. Короче, жесть. С утра мы побежали быстренько им по аптекам, в магазин съездили нормальный, нашли боржоми, им там покупали, такое, в общем, разное. Вернулись, и у Кати днем поднялась еще и температура, 38,5 у нее была температура. Нина приняла решение уехать раньше на поезде, вот в этот день, ну, ночью они отравились, на следующий день вечером. Она уже чувствовала себя хорошо, и она говорит, что типа... вы будете в постельном режиме, нам тут осталось 2 дня, я поеду домой. Короче, она поехала, вот, а мы решили же все втроем остаться еще. И у нас оставалось 2 дня. На следующий день мы
Ой, на следующий день мы поехали, короче, хотели поехать в горы. И, кстати, горы не работали, но на сноубордах и лыжах мы так и не покатались. Мы просто гуляли где-то на водопады, на то, что вы видели, на какие-то скалы. И вот хотели подняться просто на подъемники, на Тустань. И, короче, и опять одна какая-то фигня случается, причем жесткая, вторая жесткая, у меня уже просто истерика, я уже рыдаю, и мы думаем, все, наверное, мы тоже поедем сегодня, хотя у нас еще один день был, потому что если такое ощущение, что если мы поедем завтра, а у меня 11 часов дороги за рулем должно было быть, то случится вообще какая-то необъяснимая хрень, ужаснейшая, вот. Поэтому мы все поехали на день раньше. И не зря мы поехали раньше, реально, потому что мы все равно бы тот день провели в постельном режиме, скажем так. Вот. А еще последний день у меня очень сильно разболелся затылок в голове и вот здесь вот шея. И вот до сих пор уже неделя где-то прошла. Где-то с 3 часов начинаю, у меня очень сильно начинает вот болеть затылок, виски, в челюсти отдает, прям, знаете, пульсирует так очень сильно. И, короче, я не снимала, потому что я уже маме говорила, мама, давай хоть куда-то, куда мне лучше, на МРТ сходить, к Диме массажисту, чтобы хоть что-то с этим сделать, потому что очень сильно больно. Я ходила к Диме на 2 занятия, мне чуть стало полегче вот позавчера. Нет, позавчера. И потом по чуть-чуть она стала обратно возвращаться. Позавчера стало хуже, и вчера опять сильно болела. Вот, но сегодня у меня отличное настроение. Я прям, не знаю, проснулась, думаю, надо сегодня снять видео, наконец-то. Я уже даже немножко за этим соскучилась. Я уже думаю, так, я не снимаю на YouTube, может, в сторис, но и в Инстаграм что-то снять. Хотя я как бы в Инстаграме вообще ничего не выкладываю. Ну, вы знаете, кто подписан. Вот. А сегодня прям даже захотелось как-то. Ну, я решила, ладно, возьму тогда сниму на YouTube. Вот, еще мы с Катей вчера обсуждали, что хотим снять какие-то типа челленджи, видео. Ну, что-то такое, не влоги, а что-то интересненькое, потому что тоже очень давно мы такого не снимали. Вообще, наверное, последний раз еще только когда начинали вести я свой канал, Катя свой. Вот, пишите, что хотели бы увидеть. Катя предлагала снять, проходим тесты разные там в ВК, либо где-то просто в интернете. Вот, пишите, что вы думаете по этому поводу, а я пошла купаться. Еще, кстати, за Карпаты я себя чувствовала как-то неудобно снимая, потому что, когда я выложила первое видео, девочки же, конечно же, тоже заходят в комментарии, и там негатив был на Нину, на подруг вообще, и я себя чувствовала некомфортно, поэтому... Тоже мне не особо хотелось дальше снимать, потому что я видела, что девочек это расстроило. Ребят, будьте добрее, пожалуйста. Девочки не готовы вообще, типа, были к этому всему. Мы уже немножко к Ютубу попривыкли, а девочки как бы не готовы к такому. И ничего такого криминального не произошло, чтобы, ну, писать кучу вот плохих вещей. Поэтому, пожалуйста, в следующий раз. Сейчас отвозить вот эти ручки. Мне, короче, для шкафа нужно было заказать еще ручки. И теперь его осталось только собрать. И вот-вот мне уже привезут шкаф. И после этого, думаю, стол, либо сразу вместе и то, и то. Короче, скоро у меня наконец-то будет в коридоре шкаф. Я уже задолбалась жить без шкафа. Некуда повесить куртки, шарф, шапку сложить. Теперь будет супер максимально удобно. И мне еще нужно купить карниз. Но сейчас локдаун, все магазины закрыты. Поэтому я уже тоже жду 24-го локдаун, это самое, убирают. Вот, жду 24-го и повешу еще карниз и шторы. Будут шторы, шкаф, стол, все будет шикардос. А ручки взяла просто через интернет. Честно, я не на 100% уверена, подойдут ли они вообще к шкафу моему хорошо. Но я думаю, если что, ручки всегда можно заменить потом. Сейчас я найду, какую я открывала, вот. Луночка прыгнула на меня. Вот такая ручка, вот. Не знаю, насколько она подойдет. Честно, мне вот так по картинке подбирать тяжело вещи. Все, я поехала. Кто-то тут хочет со мной, да, Звинка. Ну, извини, ты не любишь в машинке ездить. Будешь за кошечками тут посмотришь мне. Так сложно уходить теперь из дома без Луны, потому что она ходит за мной и хочет пойти со мной. Ее оставлять тяжело. Блин, а еще когда я ухожу, она начинает лаять. И я не знаю, сколько это продолжается. Потому что, типа, собаки же могут лаять очень долго, пока хозяев нет дома. Я думала, хорошо было бы поставить камеру.
и посмотреть. Короче, мне родители отдали одну камеру, которая у них была для Алиски, пока она была маленькая, они ее не пользовались. И в первый же день, как я ее забрала, я куда-то уехала, камера оставалась на столе, и Луна, короче, перегрызла провод от зарядки. Теперь я не могу посмотреть. Но так как, когда я иду в ванную купаться и закрываю дверь, она тоже лает, точно так же, как если я ухожу, то это продолжается вообще недолго, минуты две, и все, потом она замолкает. Поэтому я надеюсь, это точно так же происходит, когда я куда-то уезжаю. Смотрите, очень холодно, но сегодня вышло солнышко. Мороз и солнце, день чудесный. Все, думаю, мне на днях позвонят, сказали, он уже собран, там только ручки осталось, и все, и стол тоже уже готов. Я довольна, как слон, съезжу сейчас еще к родителям, может, им что-то надо помочь, вот. А потом хотела еще сегодня сделать видео нового формата, попробовать, если у меня получится. Вот буду пробовать себя, если получится, то я буду его делать, если не получится, то не буду. Я понимаю, что на видео такого формата нужно много времени, поэтому мне нужно вот выделить день, сесть и сделать классное, качественное, хорошее видео. Если мне зайдет, то займусь, не зайдет, не буду. Жизнь собакой, кадр номер два. Моя также реагирует. Не хочет. Ой, девочка, у нас тут минутка нежности. Моя хорошая. Моя зайка. Бубонька моя. Бубочка. Луна, ну фу. Ай, приехала домой, мне надо было сфотографировать документы. Наверное, возьму ее. И сегодня переночу у родителей. Что-то мы с Катей хотим поиграть во что-то, либо в Майнкрафт, решили вспомнить, как играли когда-то, прикольно было. Либо в Sims, может. Моя сладкая, моя бумочка, моя девочка. Няшечка маленькая. Такая няшечка, ты такая няшечка. Голоденькая. Моя... Фу, Луна, фу, так нельзя делать. Нельзя. Кусаться не надо. Моя конфетка маленькая. Птичка такая. Фу, фу, не кусаться. Фу. Вот так, да. Вылизывать можно, вылизывать можно. Моим девочкам не хватает внимания. Масенька. Скажи, принесла это белое облако. Днем Луна. Да не побыть с кошечками. Пусть мои маленькие, что вы будете делать, если у меня парень появится? Что? Луна, что? Я только что с тобой 40 минут на полу сидела и гладила тебя, и игралась с тобой. Луна, перестань. Фу, так нельзя делать. Луна, Луна, нельзя. Фу, сидеть. Давай покажем, что ты научилась. Сидеть, сидеть. Блин, Луна, не позорь меня. Сидеть, сидеть, Луна, сидеть. Дай лапу. Молодец, дай эту лапу. Молодец. Лежать, лежать, лежать. Помнишь? Лежать, лежать. О, молодец, молодец. Умница, умничка. Фу, ну не кусайся. О, боже.